сказала, ты прекрасен, ты идеален, Желание дядя. бы. Есть ли у тебя сейчас желание обучаться чему-либо? Похудеть. Обучи. Ну, типа, этому. Дрессировка, как его? Ну, чтоб я, не то что... Дрессировка, блядь. Подожди, можно секундочку? Конечно. Не пиздеть? Самовоспитание, блядь. Самоконтроль, вот. Контролировать. Ну, блядь, как это хуй? Дисциплина, вот нахуй. Вот я завтра утречком выхожу на скакалочке, ебашу турничок, бруся, прессик. Бруся? О, и грязюка, блядь, уже на теле нормально. И потом снова вареники хуярят, Артур, да? Артур говорит, что ты выходишь чисто, чтобы сторис снять. Ну, Артур, блядь, меньше бы пиздел, блядь, больше бы жил, блядь. Насколько ты выходишь, ну, насколько ты выходишь на улицу? Судя по телосложению Артура, он не пиздит. Говорю, насколько... 8 утра выхожу. Насколько ты выходишь, говорит, 8 утра? Бруся. Бруся. А, 10, персик, а, сколько? 40 минут бывает.